Здравствуйте! С вами снова я и Финляндия. Сегодня среда. И вот сегодня я ходила за обычными продуктами, как я обычно хожу, в то же место, где обычно. Вот выставила свой роллатор сюда. Это вот вчера видели рукавички, я их... Вчера у меня стирка была, я их постирала. Вот, и положила, потому что они еще как-то не высохли. Вот, смотрите, золотая осень, красиво как. И холодно сегодня. Сегодня у нас холодно, всего лишь 9 градусов. Вчера был такой замечательный день, чудесный, просто замечательный. А сегодня вот так вот холодно. Ну, ничего страшного. Давайте я буду вам показывать, что мне сегодня дали. Вот такой батон взяла я. Это упаковка чернички маленькая, 125 грамм. Это язык свиной, это сердце свиное. Это мраморное филе чили. Я так думаю, оно острое, раз чили. Да. Вот это печенка. Это творожок, это 4 йогурта, такие, как вчера вот давали. Мандаринки, яблочко, виноградик, какой-то пирог вкусненький, 3 мороженое, вот такой хлебушек, тосты делать. И это школьная еда, это суп. Канакейто, это значит куриный суп. И вот 2 геля. Это цветы у меня вчерашние, видите, как распустились. Рассказываю, что даю сегодня Ниночке. Вчера мне одна, вечером уже поздно, одна моя подписчица, не буду называть имя, написала, а почему я не сказала, что отдам Нине? Так вот я ей ответила, а теперь и вам всем скажу, что я не сказала, потому что Нина, вчера я вам говорила, Нина ездила вчера в дом престарелых проведывать Леву. А это место, это Микаэленкирко, это шведская церковь, вот, и от нее это не в самой церкви давали, а есть такое Вапакирко, ну, то есть такое обычное здание, так, недалеко, на соседней улице от этой церкви, вот, там, где люди приходят покушать, какие-то кружки там, и там раздают продукты. А вот Нина, как раз, когда она ездила проведывать Леву, это как раз там рядом. Вот, и я же ей сказала, говорю, Нина, ты зайдешь? Она говорит, да, я зайду. Так что это самое, мне говорит, ничего не надо, я сама зайду. И она взяла тележку, ну, вот эту сумку на колесах и поехала. Потом она мне позвонила, когда уже оттуда вышла, говорит, я сначала зашла, взяла продукты, и потом сейчас поеду к Леве. Ну, пришла там, поставила у него в комнате эту сумку на колесах. И потом они еще выходили на улицу там на прогулку, ну, в общем, делали свои дела. Поэтому я и не сказала то, что я дам Нине, потому что я вчера ничего Нине не давала. Вот так. А сегодня, конечно, дам. Смотрим. 2 языка свиных. Один для меня, один для Нины. Сердечко. Пополам вот так разрежу, сколько тут грамм. Сейчас. Вот написано 372 грамма. Ну, пополам разрежу. Вот. И будет мне кусочек отварить вместе с языком. И Нине кусочек. Вот это вот тут написано чили. Я думаю, что это колбаса очень... Мраморное филе, чили. Ну, я думаю, что она очень острая. Я не хочу такой колбаски. Я отдам ее Нине, она пускай бросит в заморозку. И это самое. И все. Это вот говяжья печеночка. Тоже отдам Нине, она ее стушит и принесет мне немножечко покушать. Вот, значит, 2 мне, 2 Нине. Это тоже Нине отдам. Виноград поделюсь пополам мне и Нине. Вот какой-то пирог пополам. Вот по одному гелю такому. Видите, это действительно оно как гель, вот такое густое. Вот по одному нам еще. Мороженое 3, ну себе 2 оставлю. Нине одно дам. Вот чернику оставлю себе.
пару мандарин себе оставлю. У меня там есть еще мандаринка. Пару мандарин и яблочко. Остальное это отдам Нине. Вот. Батон. И кусочек себе вот так оставлю батона. Остальное дам Нине. Ну и тут тоже себе оставлю. Сколько тут? Раз, два, три, четыре. Четыре квадратика. Вот. Остальное Нине. Ну и суп тоже. Сейчас себе отолью одну мисочку покушать. Остальное Нине отдам. Нина покушает тоже на обед или на ужин. Без разницы. Вот так вот. То, что сегодня дали. Я думаю, нормально. Сегодня как-то было и машин мало. Вот. И поздно открыли. Аж 12 часов. Я переживала, чтобы хоть бы успеть на автобус. Ну, успела нормально. Приехала домой нормально. Просто мне позвонила моя подруга. Так я сначала с ней поговорила, а потом уже стала снимать вам. Ну, в общем, вот такие вот продукты. Я считаю, что все нормально. Все хорошо. Все такое неплохое, вкусненькое. Так что будем кушать и я, и Нина. Я думаю, все вкусно. Вот это вот мороженое, оно клубничное и какое-то, видите, как... Какое-то как торт мороженое, что ли. А давайте сейчас одно открою. Что не открыть? Написано 10-15 минут, когда с морозилки достанешь. Но так как оно же у меня... Я же его везла... Ой, не могу сейчас. Возьму нож, прорежу. Я же его везла, так оно у меня и размерзлось. Вот такое, видите? Сейчас ложечку возьму. И попробую. А, оно с кусочками. Вкусно. Оно с кусочками этого. С кусочками карамели. Такое вкусное. Очень вкусное. Ладно, я еще не обедала, поэтому буду сначала обедать, а потом есть мороженое. Ну вот я вам все рассказала, показала. У нас начались хьюлет-пайва. Это сумасшедшие дни сегодняшнего дня, но я не ходила. Может быть, завтра пойду, а может и не пойду. Собственно говоря, мне ничего и не надо. Ну, сходить-то можно, без проблем. В общем, такие дела. Так что вот еще раз показываю. Вот, продукты хорошие, вот, мясного много, видите, и печеночка, и это, вот. Ну, и колбаска тоже хорошая, ну, просто что я не ем острого, а тот, кто кушает, так это ж хорошая колбаска, вот. А мороженое какое вкусненькое, да, можно было брать сколько хочешь. А что я взяла? 3, надо было 4 взять, по 2 штучки. Ну, ладно, оставлю себе 2, не одно. В пятницу, если будет, тогда возьму еще Нине больше отдам. Вот такие дела. Вот цветы какие красивые, правда? Пораспускались. Ну вот, давайте я на этом буду заканчивать свой рассказ, свой показ. Погода меняется. Наверное, уже все, тепла не будет. Да, кстати, завтра четверг дождя не будет, а в пятницу будет дождь. В пятницу будет дождь. Ну, все равно, думаю, если не сильный, будет дождь. А даже если сильный, оденусь тепло, да и пойду за продуктами. Так вот спрашивали как-то у меня, ну что ты ходишь, все таскаешь, таскаешь. Да я, во-первых, я хожу для того, чтобы немножечко там пообщаться вот со своими девочками. Вот с подружками, которым есть 80+, есть 70+. Есть такие, как я, подружки, 60+. Ну вот, это для, во-первых. Ну, а во-вторых, я вам скажу, вот это мороженое, оно очень дорогое. Вот это мороженое, оно стоит 4,90. Вот это вот, здесь 400 грамм, 4,90. И вряд ли кто-то позволил бы себе купить сразу 3 упаковки мороженого по 4,90. Вот. А так попробуешь, и вот йогурты, что же они, центов, наверное, по 45, по 50. Да и это все, смотрите, здесь на 2,60.
Здесь на 3 евро. Здесь на... Нету цены. Ну, тоже немало стоит. Ну, в общем, все это деньги стоит. Все стоит деньги, поэтому почему бы и не пойти взять только то, что... Там картошка была, морковка была, потом цветная капуста была, потом вот эта вот, знаете, как белокочанная такая, только вот эта вот красная такая капуста. Я не стала брать, видите, у меня овощей нету. Перец опять сладкий был. Правда, помидоров не было и лука не было. Если были помидоры и лук, я бы взяла. А так, зачем мне? Вы видели, сколько вчера? 2 упаковки морковки дали, картошки дали. Зачем мне набирать столько? Не надо. Не надо. Вот этого вполне и достаточно. Так что на этом пока-пока. До новых встреч. С вами была я и Финляндия. Подписывайтесь на мой канал, на канал моей дочери Наталья П. Пишите английскими буквами. Не болейте. Хорошего настроения. Хорошего продолжения рабочей недели. Пока-пока. Если поеду завтра в Стокман, что-то куплю или посмотрю, может быть, даже сниму вам. Пока.